Итак, время пошло. С легкостью первый мешочек. Второй мешочек тоже с легкостью. Третий есть мешочек тоже. Половина позади. Четвертый мешочек. Тоже очень просто. Но наши правила, смотрите, чтобы мешок с сахаром не упал. О, тяжеловато уже, тяжеловато, конечно. Давайте подводрим его. Давай, Игорь, осталось чуть-чуть. В любом случае можно смело идти грузчиком и не только на сахарный комбинат. Итак, есть время сейчас, скажем. 48, 16.